Появляется на российском рынке. За период, годовой период проведена огромная работа. Начиная с прошлогодней выставки «Прудэкспо», когда мы увидели реальную реакцию потребителей, детей, родителей, что это продукт новый, он востребован, началась серьезная работа по продвижению этой продукции на российском рынке. На сегодняшний день продукция полностью сертифицирована в России. Выставка World Food показала абсолютно заинтересованность в этом товаре потребителей, как оптовых компаний, дилеров, так и конечных потребителей. Дети просто без ума от этой продукции. Функционирует она для них как игрушка, как развлечение и как мода. Это новое направление моды для детей индустрии Candy Novelty. И сейчас, в октябре месяце, этот товар начинает появляться на полках российских магазинов в Москве и в регионах. Потребности и количество просто колоссальные. Заказы превышают все ожидания. То есть развитие идет по полной программе, более того, даже с большей динамикой, которую мы ожидали. И на сегодняшний день эта продукция будет разрекламирована всеми возможными способами. Это реклама и для оптовиков, это реклама для конечных потребителей, это информационные ролики по телевидению, это размещение в прессе. Ну, многое-многое, что позволяет продвижение этой продукции. Линейка Candy Spray уже сегодня известна как новинка, модная, популярная на российском рынке.
представить вашему вниманию Пола Лаперуза, президента компании «Hollywood», производителя этих замечательных конфет, жидких конфет «Candy Spray», Диана Лаперуза, вице-президент компании «Hollywood», генеральный директор представительства в России компании American Expo Center и президента компании American Expo Center Бориса Гринберга. Сейчас я задам несколько вопросов производителю этих замечательных и удивительных конфет. Пол, скажите мне, пожалуйста, что вы думаете о перспективах развития вот этого рынка в России? Это действительно новый продукт на российском рынке. Как вы оцениваете успешность продвижения этих конфет? The question for you is, how do you think about the future, the perspective about this candy line on the Russian market, and how do you consider, how do you feel will be a great success of this product on the Russian market? Well, what we've done in the last couple of months is the research and the groundwork to find out just how much the Russian market is going to accept this product, and it's been fantastic. Everything from the children mobbing the booth to the wholesalers and the distributors lining up to take possession of the product. It's been a fantastic couple of months of research. Now we have all of the certificates in place, 100%. We have the product and distribution route. So we're looking forward to filling all of Russia so that every child in Russia will be able to experience the wonderful fun and excitement of the candy spray. Пол отвечает на этот вопрос весьма утвердительно, говоря о том, что потребовалось определенное время, чтобы изучить российский рынок, понять, насколько эта новинка будет популярна среди детей, среди оптовых покупателей. И эта работа на сегодняшний день уже сделана. Продукция полностью сертифицирована в России. И сегодняшняя выставка подтверждает огромный успех этой продукции и полную уверенность производителя, что в ближайшем времени линейка Candy Spray покроет полностью весь российский рынок. У него не остается ни тени сомнения, он готов работать на перспективу, верит и знает, что именно так произойдет. Эта продукция только всего лишь один год на российском рынке. Даже некоторые дети в регионах России даже еще до сих пор не знают об этих конфетах. Значит, ожидания ваши все-таки оправдываются. So, the question is that all this exhibition is for consumers, but nowadays not the whole Russia know about this product. So, as you say, you expect really the great success, because now only the few parts of Russia really know and take the samples of these goods. So, and you expect a great success all around the Russia. Yes. We have enough results now to know that the phenomenal success that we've experienced all around the world, in Japan, Australia, New Zealand, Mexico, Canada, and America, is happening here throughout Europe as well. Is happening here. The results are in. Everyone loves the product. It will be the number one novelty candy item in its category in Russia very soon. There's no doubt about it. Господин Лаперуза отвечает на этот вопрос о том, что он абсолютно уверен и, опять же, не остается ни тени сомнения, поскольку этот продукт является для российского рынка новинкой, но он отработан и продается уже много лет в европейских странах, в Соединенных Штатах, и везде одна и та же ситуация. Полностью дети рады этому товару. Непосредственно покупатели этот товар ищут и ждут. И сейчас он видит все предпосылки для того, чтобы то же самое произошло в России. Это очень здорово. Но теперь я хочу предоставить слово Борису Гринбергу, благодаря которому состоялось это партнерство компании Hollywood и American Expo Center. И благодаря, в принципе, которому эту продукцию могут получать и потреблять российские дети. Борис, что вы думаете по этому поводу? Я хочу сразу сказать, что благодаря всем нам и благодаря непосредственно производителю и нашему представительству в Москве Amexpo Center и всей нашей команде, благодаря общим усилиям и пониманию и знаниям российского рынка, мы действительно можем и добьемся фантастических успехов здесь. Спасибо, Борис.
речь непосредственно непосредственно. So the question of Irina Kouboris was the following. She introduced him as them as a communication partnership. This person is organized in this partnership and lead all has passed and this product will be well known in Russia as the first step. Yeah, and Действительно здорово, когда партнерство помогает развитию российского рынка и развитию американского рынка. И это действительно говорит о нашей дальнейшей активной совместной деятельности. Наталья Владимировна, генеральный директор российского представительства American Expo Center в городе Москве принимала самое непосредственное и живое участие во внедрении этих конфет на российский рынок. Очень много было сложностей, трудностей. Да, как всегда, это бывает с новой продукцией. Насколько мне известно. И это не только у нас, это то же самое происходило у фабрики, когда она внедряла новую продукцию на новые рынки. Это все преодолевается, и в конечном успехе все, что мы ожидаем, был успех. Мы работаем над этим, мы делаем все, что мы можем, поэтому мы уверены в своем успехе. Но главное, что российские дети очень ждут этот продукт. Да? Эта выставка показала это. Она подтвердила это еще раз. С большим, еще раз мы убеждаемся, что мы не ошиблись, и уверенность у нас на сегодняшний день абсолютно. Позвольте мне, Ирина, да, прокомментировать наши слова нашим партнерам. So, Irina says that this partnership between both countries, between people, not exactly formally, between countries, help to do such work and increase the results and to receive the real success, real people partnership. And the whole list will help us to build a long-term relationship. The main purpose of our relationship. This is the key to our success. Yeah. Борис, что вы думаете о перспективах развития этого рынка в России? Вот какие у вас перспективы развития именно вот этой линейки? Предполагается ли внедрение какой-то новой, дополнительной продукции? Или просто сейчас вы будете акцентировать внимание на насыщение этого российского нашего рынка вот именно этой продукции? То есть выход в регион, не только в Москву, но и в регион. Да, конечно, конечно. Именно компания планирует от Москвы продвигать эту прекрасную продукцию, конфеты по всем регионам России, по всем странам СНГ, по каждому городу, по каждому региону. Это первые планы компании, первичные. Конечно, благодаря производителю, создателю этой продукции, мы имеем уникальную возможность получать новые конфетки, новые товары с очень частой периодичностью и увеличивать ассортимент продукции в хорошем объеме. We know and we have a great opportunity of thanks manufacturers, thanks him as a creator, as a manufacturer, and all to Hollywood team such great opportunity of modification and to have a chance to stay in the market as long as possible. That's the great partnership. Our end on creating wonderful products and manufacturing, and then American Expo Center being able to bring it through all the markets throughout Russia, not just in Moscow or St. Petersburg, but through all of Russia and then eventually the other federations. So exactly. Soon, in the near future, you'll be able to find candy sprays in all the stores. Yes. Еще раз подтверждается разговор о том, что действительно благодаря такому тесному и грамотному сотрудничеству творческого потенциала производителя, непосредственно самого производства и возможности продвигать товар на российский
рынок посредством компании-партнера, действительно создает условия для долгого присутствия на рынке, для возможности иметь в ближайшем будущем этот товар в каждом магазине, на каждой полке и у каждого ребенка в кармане. Вот, кстати говоря, по поводу того, где в каждом магазине. Значит, в московских супермаркетах скоро этот продукт действительно появится. И все российские, московские хотя бы дети, его уже смогут попробовать в самом ближайшем времени. Самое ближайшее время. Да, такие планы есть однозначно. Огромные сейчас идут большие партии товара, достаточно периодически они идут. И в ближайшее время это появится в наиболее крупных сетевых магазинах Москвы и региона. Это очень здорово. А откуда информация будет доставляться до целевой аудитории? То есть вот дети, их родители, которые будут готовы покупать эти замечательные продукты, откуда они будут черпать информацию? Это, скорее всего, ролики? Это разные типы информации, рассчитанные не только на конечного потребителя, но, как я уже говорила, непосредственно на наших дилеров, на наших партнеров по сбыту. Это два типа информации. И, естественно, основная реклама, рассчитанная на конечного потребителя, это телевизионная реклама, это ролики, это сериал роликов, это узнаваемость торговой линейки Candy Spray, узнавание непосредственно персонажей этих линейки. То есть это таким образом дети узнают и запоминают. А самое главное, то, о чем я говорила, это новая мода. Абсолютно новая мода. Candy Spray и персонажи этой торговой марки становятся узнаваемы на российском рынке. And you know the best advertisement that this product is getting now? It's great to have the television and the newspaper and the magazines, but when the children take the samples to their other friends, like we see here at the show, and then they bring all their friends back and they tell them about the candy sprays, it will spread like a fire throughout all of Russia. Это очень здорово, когда появляется новая продукция. И сейчас в России колоссальные изменения восприятия детей, восприятия людей. То есть сейчас уже конфета – это и удовольствие. Это не просто еда, это удовольствие, это мода, это гораздо больше, чем конфета. Yeah, so, спасибо. Irina says that now all of us understand that nowadays a lot of changes happen in Russia. So, and in this way, a lot changes in mentality of child, of kids, of their parents. So it's so fun that new products are now in Russian market. And this kind of product are not just only the candy, it's at the same time candy, That's an important point, because that's why Candy Sprays is so successful. It's not just another boring chocolate or bubble gum that we rewrap. It's totally new and innovative. The children have never sprayed or written and blasted before. That's why it's so exciting. И именно эта комбинация, что действительно это не просто конфета, а это соединение возможностей. Возможности получения удовольствия, развлечения, одновременно использовать это как ручка, как какой-то другой материал. Ни шоколад, ни какие-либо другие продовольственные продукты пока не имеют такой возможности. И это действительно та новинка, которая позволяет одновременно делать много. Это действительно новинка. Действительно ноу-хау. Yes, you're right, it's really ноу-хау. И мы... And we so appreciate producer and manufacturer and Paul and Diana for great support to develop our Russian market with beautiful candy. Good partnership. И эти бы слова хотелось подтвердить, что Борис подтверждает и выражает огромную благодарность нашим партнерам за поддержку, за возможность продвигать эту продукцию на российском рынке. Со стороны наших партнеров также делаются все возможные усилия и поддержка для того, чтобы совместно произошел тот успех, которого мы ожидаем. Spray!
is free!